А накануне в Ирбите чествовали юбиляра, которого знают уж если не большинство, то точно многие горожане. Педагог с 53-летним стажем. Мама школы номер 9, как ее называют коллеги. Отличник народного просвещения. Почетный гражданин города Ирбита. И все это Нина Петровна Силкина. Несмотря на свой возраст, Нина Петровна до сих пор на посту. Уже не директор школы номер 9, но опытный педагог в ее коллективе, которому и сегодня есть что сказать, и коллегам, и подрастающему поколению ирбичан, только начинающим свой жизненный путь. Я для себя так свою работу назвала «служение». У меня даже есть стихотворение, в котором есть последняя фраза «Служу я детям, школе и стране». И вот это вот служение, оно доставляет мне удовольствие. Здесь, в 9-й, Нина Петровна с момента ее открытия. Так что именно она стояла у истоков создания и педагогического коллектива школы, и тех традиций, которые за прошедшие 30 лет стали основой ее жизни. Она создала такой стиль работы, который позволил школе за короткий период подняться на такие высоты, достойные высоты. Она сумела такой коллектив организовать, который хотел работать, интересно работать, не боялся этой работы. И до сих пор это присутствует в коллективе, хотя она уже не руководит. Неудивительно, что поздравить Нину Петровну в день ее юбилея стремились многие. Руководство муниципалитета, коллеги, нынешние и бывшие ученики, кому в свое время она дала путевку в жизнь. Я хочу поблагодарить за все, что Нина Петровна сделала для города Ирбита, для системы образования в Ирбите. Действительно, Нина Петровна – это и почетный педагог, и почетный гражданин города Ирбита. Безусловно, здоровья, долгих-долгих лет, чтобы мы с вами еще один юбилей большой-большой столетний справили. Всего самого доброго. Даже в день юбилея Нина Петровна вновь ведет уроки, первый из которых – разговоры о жизни, где делится со старшеклассниками школы своим опытом, своими взглядами на жизнь и на итоги пройденного пути. И ветром перемен дыша, пойду по жизни вдумчиво и смело. Надеюсь, ждут великие дела, а может быть, великие проблемы. То есть я еще готова. Мне много лет, но я еще готова что-то послужить вам и Отечеству.